Огурцы. Корнишоны и пикули. Корнишоны – это небольшие, не более 9 сантиметров, замаринованные огурчики. Пикули – это маринованные огурчики одно- или двухдневного возраста. Огурцы корнишонного типа созданы для быстрого получения большого количества крохотных огурчиков, в том числе и пикули. Плоды этих гибридов не вырастают слишком крупными, но если их не срывать ежедневно, они также перерастают и теряют свойственный огуречной завязи вкус, столь ценимый, как пикули. Гибриды пикулей и корнишонов, такие как дружная семейка F1, пыжик F1, чародей F1, Конрад F1, щедрик F1 и другие. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты.